Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем паять межблочные кабеля. Так как цифроаналоговый преобразователь мы уже спаяли, усилитель, пусть не самый качественный, спаяли, теперь нам все это дело нужно подключить, а для этого нам нужны будут межблочные кабеля. Значит, они будут выполнены у нас вот на таких вот АВК-разъемах диаметром 5 мм. То есть сюда можно подключить 5-мм провод. Провод мы будем использовать такой, какой был. То есть это микрофонный кабель. Вот, Klotz MC2000. Значит, при помощи этих разъемов и такого кабеля мы сделаем межблочные кабеля такого, скажем так, неплохого качества. Вот, значит, для начала нужно одеть вот эти вот железочки. Не забыть. Причем, обратите внимание, у нас два разъема черного цвета и два красного. То есть, чтобы не перепутать, один кабель у нас будет с черными разъемами, другой с красными. То есть, чтобы правый и левый канал нам различать. Так, одели, значит, железочки. Далее нам необходимо зачистить кабель. Зачищать мы будем примерно вот, видно, да, вам? Вот на такую вот длину. То есть вот где начинается этот разрез и до конца, вот до сюда, вот до упора, это где-то вот такая вот длина. Давайте зачистим. Ребята, обратите внимание, этот кабель экранированный, балансный экранированный кабель, то есть здесь идет две жилы и экран. С одной стороны мы с вами этот экран обрежем под корень, с другой стороны он нам понадобится. Позже я объясню для чего. Все готово, вот экран мы обрезали. Теперь нам необходимо облудить самые кончики вот этих кабелей. Снимем с них изоляцию. Вот, ребята, сняли. Немножечко вот так вот закрутим ее. Пока грелся паяльник, грелся он недолго. Вот сделал я, значит, на втором кабеле аналогично. То есть мы убираем экран, отрезаем его. Важно сделать так, чтобы ни одна как бы жилка не торчала у нас наружу. Вот так вот мы, значит, делаем. Теперь нужно проканифолить вот эти вот кончики канифолью и облудить их серебряным припоем. Давайте сделаем это. Так, вот все готово. С обеих сторон мы облудили. Значит, с другой стороны зачищаем все так же, но вот этот экран мы как бы вот так вот назад его делаем. И вот эти ниточки, которые торчат, мы с вами просто обрежем. Так, чем бы их обрезать-то? Значит, вот есть у меня такие кусачки, ногтегрызка, я, кстати, заказывал. Есть распаковка на канале, если интересно. Вот здесь вот посмотрите ее уголочки. Так, вот, значит. Офигенная ногтегрызка, кстати, стригет вообще просто суперски. Вот, а тут мы смотрите, как ее еще можем использовать. Вот так вот, значит, удаляем ниточки. Экран вот так вот делаем. И здесь, значит, аналогичным образом, можно даже укоротить. Длинненько зачищено, вот так вот. Здесь аналогичным образом зачищаем. Так, ребята, все готово. Теперь давайте припаяем RCA-шники сначала там, где у нас нету экрана. То есть вот здесь вот вставляем. Таким образом, чтобы красная жилка попала вот в середину у нас, а синенькая будет экран. То есть она у нас сбоку будет припаиваться, а красненькая вот так вот в середину, значит, должна попасть. Пинцетик нам вот не положили китайцы с паяльной станцией. Блин, это вообще капец. Теперь у меня нет пинцета, и все приходится делать
Как-то вот так вот. Боковой вот этот вывод плохо подпаивается, потому что разъем весь металлический, и он хорошо очень тепло отводит, поэтому его надо разогреть получше. И только тогда он уже нормально подпаивается. Я просто вот тут сбоку еще припой хочу убрать, чтобы он у нас закрутился с вами. В общем, вот, ребята, вот так вот, блин, горячо, вот так вот получается. Там у нас, значит, выводы ни за что не задевают. Вот так вот как-то это будет все выглядеть. Один припаяли. Так, значит, я вам обещал объяснить, для чего нужно с одной стороны припаивать экран, а с другой его не припаивать. Дело в том, что экран нам нужен для того, чтобы отводить различные помехи, которые поступают на кабель извне, да? Вот, и... поэтому мы его припаиваем только с одной стороны. То есть наша задача сделать так, чтобы по экрану не протекал никакой электрический сигнал. Вот, сигнал у нас протекает по вот этим вот внутренним проводникам, а экран подпаивается только с одной стороны. Со стороны источника звука. Вот, то есть таким образом у нас появляется у кабеля направление. То есть вот с этой стороны мы втыкаем к источнику. С этой стороны, где экран не подпаян, мы втыкаем кабель в усилитель, понимаете, да? И у кабеля таким образом получается направление. Это все нужно дело обозначить на кабеле, стрелочки нарисовать или еще как-то пометить. Это такой как бы важный момент. Давайте припаяем теперь эту сторону. Очень хорошо отводит тепло РЦА разъем. Остыл РЦА разъем. Когда мы закручиваем эту штуку, вот этот вот, куда кабель вставляется, он как бы зажимается. То есть, когда кабель закручен, выдернуть его из РЦА разъема, оторвать контакты нереально практически. Вот. То есть, так вот туго закручиваем до конца. И получаем, значит, вот такой вот кабель. Второй разъем, значит, припаиваем аналогично. На том проводе забыл пометить стрелочку. На этом давайте сразу прикрутим его. И пометим сигнал. То есть этот провод, то есть этот РЦА разъем, где экран не припаян, поэтому он подключается к усилителю. Возьмем перманентный маркер и нарисуем на нем стрелочку. Вот, мы будем знать, что этот разъем подключается к усилителю. Так что вот, ребята, такие кабеля у нас получились, значит. Если вам нравится, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Впереди нас ждет еще очень много всяких различных прикольных штук. Всем удачи, хорошего настроения, пока-пока!